Вот так вот празднуют день рождения Сиди Кэша в России. Всем привет! С вами Вольфрам, первый ярославский видеоблогер. Сегодня такой торжественный день. Сегодня праздник, 31 июля. Согласно традиции, уже такой, можно сказать, даже устоявшейся традиции, давней, 31 июля принято у нас на канале и вообще в нашей семье отмечать этот праздник. Это день рождения Сиди Кэша, как я сказал. Все да? Верно. Вот. И по случаю шампанское. Да, шампанское, российское, шампанское, полусухое, белое. Питерского завода производства. Давайте отпразднуем. В том году тоже праздновали на канале это видео. И позатом, правда, там видео тоже, вроде, если не ошибаюсь, есть. И уже в течение, так, наверное, лет 10. Ты чего так отклоняешься? Ну, мало ли тут чаю. Ой. Нормально. Так. Держите, товарищ оператор. Так, 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 так. Настоящее российское качество. Нормуль. Выпьем за Сиди Кэша. Пусть она дальше продолжает свое творчество и наконец-то приезжает в Ярославль. Приехала бы. Все-таки. Да может и приедет в какой-нибудь клуб. Газу много что-то. Что-то кисло. Да? Кисловато. Не, газ-то нормально. Ну кисловато что такое. Я бы даже сказал, такая кислятина. Да. Сахару тут вообще мало. Яблоко это слаще. Недозрелое. Ну что делать? Мне в магазин же опять нести. Не, так, в принципе, неплохое. По крайней мере, не отдает никаким кирзовым сапогами, болотам. Ну, кисловато такое. Сегодня опять дождь идет. Все лето идет дождь, дожди. Постоянно. Практически перерывов нету. Нормально. Ну, это тоже. Через день, да, каждый день. Да, вчера вот с оператором тут косили траву всякую. Потому что все заросло, а сегодня ее подгребли и увезли. Ну, успели до дождя. Ну. Все равно мокнет, тяжело загревать. Блин, шкура там грубая, как всегда. Угу. Как обычно. Ну, мягкая. Не, нормально, оно такое вкусное. Угу. Главное, в меру посольно. Да, в меру, мер. Такой изи режим такой. Ну. Соленость. Ничего. Ну, необычно, да, такое? Шампанское. И кислое. Обычно-то обычно, но более кислоты много. Блин, уж кислое такое. Какой хоть там состав-то, чего? Что-то уж больно такое. Использовали-то хоть. На какой-то сидр похоже. Не, написано, что ГОСТ, соответственно, шаман вино обладает развитым букетом, гармоничным вкусом. Так, тут состав. На сидр похоже. Российское. Кисловато у меня. Все по ГОСТу написано. Содержит разрешенную применение пищевую добавку, консервант диоксид серы Е220. Содержание вредных веществ для здоровья не превышает установленных норм. Так что все нормально. Вон опять солнце выходит. А вон, видишь, тучи-то здесь синие какие. Да, наверное, ливень нас ожидает ливень. Кошмар. Вот так вот празднуют день рождения Сиди Кэша в России. Накануне дождя. Да. Настоящие фанаты, истинные фанаты.
Да уж. Потом мне это. Однако. Блин, что то самое, кислоты много. Кисло, блин. Наверное, из натуральных компонентов сделано все. Как написано. Ага, как это точно. Как написано, по ГОСТу. Ага. Семечка. Это как а, этом... Аж бодрит так, так бодрит. Это как в этом джентльменов удачи, да. Кислятина. В новом году-то они праздновали. Ну я ж думаю, не до такой степени кисло был. Ну и шампанское. Что-то как-то я некорректно разлил. Мая. Как ну, раз. Вот. Не то, что некорректно, а как раз вообще вровень. Да. Вот так вот. Такие вот дела. А в тот год очень солнечная погода была, 31 да. июля. В тот год вообще было солнце летом, а тут через день дожди. Угу. До лета-то практически и не было, фактически никакого лета не было. Сейчас уже осень наступит, все. Ну, возможно, август будет теплый, бывали такие случаи, и сентябрь тоже очень жаркий, тоже такие случаи бывали. Угу. В истории. Ну что-то я сомневаюсь, а? Что тут тепло. Так же мы этот год опять на рыбалку не сходили. Каждый год собираемся, да? Сходить на рыбалку. Но... На виртуальную рыбалку. На виртуальную рыбалку. Да. Надо, надо, надо сходить. Пойдем, пойдем, пойдем. Ну, фиг его знает, что-то и погода не та, и сегодня, ну. Ну, на следующий год обязательно удочек. Конечно, конечно. Это и пойдем на рыбалку? Конечно, конечно. Хоть и Волга вон, 200 метров, 250 метров. Не, я там мерил, там даже 154 метра. Ну вот 154. Да, да и Волга сразу. А сходить никак. Даже в этом году еще ни разу не купались, ни разу. А и желания такого не возникает. Перестань, купаться. Даже не искупаемся, наверное. Да не, нет такого желания, потому что когда-то... Погода такая нелетная, не купательная. А скоро у нас на нашем канале, кстати, ребята, будет праздник. У нас 500 будет видео на канале. Вы представляете, 500, полтысячи видео на канале. Вот. Тоже надо будет как-то отпраздновать этот праздник. Чего-нибудь. Что-нибудь придумать. Чего-нибудь придумаем. Возможно. Возможно. Да, возможно, шашлык пожарим какой-нибудь. Да, Сал, это пошло очень хорошо. Да, нормально, что такое. Главное, пересолено. Да. White chocolate. Че? Нормально. Ну ничего. Надо завершать, да? Наверное, да. Да, будем завершать. Чего тут уж? Дорогие наши подписчики. Да. Да. Может это за кадром допьем это дело-то. Угу. Тут уж растягивать-то уж не будем сильно. Да. С вами был Вольфрам. Оператор. Оператор, да. Подписывайтесь обязательно на наш канал. Ставьте лайки, дизлайки, куда же без них, родимых. И дальше будет интересней. Все. Ну чего, ты опьянел, что ли?